ситуационном центре республики под руководством заместителя председателя правительства Рамазана Джафарова прошло заседание комиссии при главе Республики Дагестан по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На совещании поднимались вопросы развития единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований республики, совершенствование региональной системы оповещения населения о мерах по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и проведении новогодних мероприятий на территории Дагестана, а также об организации подготовки руководящего состава должностных лиц и населения в области гражданской обороны, а также защиты населения от чрезвычайных ситуаций. В ходе обсуждения по вопросу развития единых дежурно-диспетчерских служб было отмечено, что главным управлением МЧС России по Республике Дагестан завершены мероприятия по внедрению в деятельность единых дежурных диспетчерских служб инструмента автоматизированного обмена данными в личном кабинете. Но по итогам общих показателей развития службы недостаточно организована работа в Дахадаевском, Дагуспаринском, Карбдахкенском, Левашинском, Ногайском, Рутульском и Сумадинском районах. Рамазан Джафаров поручил главам отдельных районов усилить данную работу. По вопросу развития и совершенствования региональной системы оповещения населения вице-премьер отметил, что своевременное информирование об опасностях, возникающих при ведении военных действий, является важнейшей задачей. По этой причине в ходе заседания было решено, что в дни проведения праздничных мероприятий средства Главного управления и МЧС Дагестана будут переведены на усиленный вариант. А также было принято решение, что в период новогодних праздников во избежание увеличения происшествий, в том числе пожаров, органами местного самоуправления было предложено назначить ответственных должностных лиц за проведение праздничных мероприятий и организацию дежурства в местах массового скопления людей. В ходе заседания по всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения, исполнение которых, как обозначил Рамазан Джафаров, находится на личном контроле главы Дагестана.